ходишь куда-нибудь, у меня был такой пример роскошный. В Москве три крупных аэропорта: Домодедово, Шереметьево и Внуково. Домодедово — единственный аэропорт. Шереметьево и Внуково — наши клиенты, мы им сделали там навигацию, много чего, табло, там куча красоты. Домодедово, у них западная модель. Они, значит, сами по себе, и когда мы стали с ними общаться, говорим: у вас хуевая навигация. Они говорят: окей, давайте приезжайте на переговоры. И на переговоре задают вопрос: а где у вас лицензия на то, что вы можете разрабатывать навигацию? Где у вас там высшее образование, диплом, там подтверждение того, что вы вот это... Вы, типа, ребят, вы ебанутые? Где? В пизде! Откуда? Какой нахуй диплом по навигации? Вот смотрите, Внуково, лучший аэропорт по навигации. Вот мы без всякого нахуй диплома им сделали навигацию. Смотрите, Шереметьево, самое красивое табло в мире вообще, самое удобное.